Очень понравился нам автобус. Удобный, хороший, шофер очень хороший. Всегда бывает вежливый, добрый. Скажет, проходите. Так что все хорошо. Речь о новых автобусах на маршруте 335 Фурианово-Москва. В автоколонну поступили 5 машин марки «Ютонг». По словам водителей, они заметно отличаются от «ЛиАЗов» оснащением, вместимостью, системами безопасности и слежения. Сергей Смирнов за рулем автобусов уже 20 лет. Ему есть с чем сравнить. Комфортабельный автобус. Большой вместимости. За рулем практически не устаешь. Другого класса совсем автобус. Стоит навигация «Орбита». То есть мы как на ладони. У диспетчеров, у всех ответственных. 51 посадочное место с регулируемой высотой спинки, камеры видеонаблюдения, внутренние и внешние электронные автоинформаторы и кондиционеры, USB-розетки для зарядки гаджетов, большие багажные отсеки. Все это теперь к услугам пассажиров. Автопарк на маршруте 335 обновляется по вполне понятным причинам. В связи с тем, что, во-первых, у нас межгород, находимся удаленно от Москвы, более 60 километров, пассажиропоток большой, естественно, нам выдали, опять же повторюсь, так, межгород. Мы спросили пассажиров, нравятся ли им новые автобусы. Еду в новом автобусе, я жительница Фурианово, за 30 лет первый раз такой автобус, комфортный, большой, кондиционеры, прям для Фурианово то, что нужно. Очень приятно ехать в таком автобусе. Спасибо, кто постарался, кто нам такие условия дал. Очень красивый, удобный, хороший, и шофер хороший. Все нормально. Отлично даже, не только нормально, отлично. Молодцы. В новых автобусах действуют все стандарты обслуживания Мострансавто, чьим подразделением наша автоколонна является. Пассажиры могут оплатить проезд банковскими или транспортными картами «Стрелка», «Тройка», а также совершить поездку по социальным картам. В ближайшее время, после прохождения государственной регистрации, на линию выйдут еще 5 новых автобусов. Анна Приенко, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.